Голосование по ремонту железнодорожных станций Московской области в ближайшие 2 года стартовало на портале «Добродел». Представлены сразу 13 платформ с наибольшим пассажиропотоком, в том числе станция Голицына. Отдать свой голос можно за одну из предложенных станций, но при этом также оставить комментарии по ремонту других железнодорожных платформ. Опрос продлится до 3 октября.